Мне кажется, нет, я мироместином брызгаю, да. Проснулся с утра, у меня чуть глаз. Ну, правда, сейчас почти все спало. В общем, ладно. Берем штормом сегодня кафе в очередной раз. Подруга тоже приехала с Москвы, она говорит, я здесь отдыхаю, от цены. Мне тут хорошо в Москве дешевле цены. Ну, здесь сравнивай с Фордой, сравнивай с Черногорией, в целом тоже там дороже. В общем, пили себе кофе, спокойно сидели. Потом из школы написали: забирайте детей. У них делают в школе, если вдруг нужно. А почему у вас кто-то себя плохо чувствовал? Почему они вдруг решили сделать? Потому что тесты? Многие не были в школе. А, просто так, что ли? Да. В общем, сделали им экспресс-тесты. Оказалось, два человека в классе. Помимо уже болеющих нескольких. Этот тест называется ПСЛ. Да. Да? В общем, два были диагностированы через эту финтифлюшку. Позитив, или детей забрали из школы. Ой, короче, выходные придется сдавать ПЦР-тест. Еще в Черногории есть ПЦР-тест, а есть экспресс-тест. Экспресс стоит 15 евро, а ПЦР 40, да? 45? 40. И в тот выходной мы уже сдавали экспресс-тест. Сейчас уборе, да? Тоже уборе, да, был негатив. Ну и сейчас он тоже негатив у всех. Но, короче говоря, что-то нас на бабло разводит. И так за школу платим, еще и за тест платим. Почему для нас? В смысле, перекладывание ответственности, она задала вопрос. Ты мне написала, давай на эту тему снимем видео. Да. Поэтому, наверное, не было. Это тоже так. И сюда. Продажи со скидкой. Ну, можно с предназначением. Даже предназначение сейчас уже все ищут. Какие энергии у тебя сейчас, что ты хочешь? Идет. Решили посмотреть, что меня ждет в плане предназначения на следующий год. Готовимся к эфиру, который у нас будет. Все ссылочки будут под видео. Что меня ждет в следующем году? Башня. Большие трансформации. Настя, пугает тебя башня? Ну, сначала, конечно, я ждала, что поприятнее, но это будут какие-то, мне кажется, важные события и трансформирующие. Это круто. Я такое люблю. В этом году мне выпадал отшельник. Это уход в себя и внутрь, вглубь себя, что, собственно, проигралось 100%, 300%. Так? Ну, посмотрим, как проиграется башня. Да, это может быть просветлением даже, Настя. По астрологии мне тоже обещают, что там как это выход за новые, вообще в новые какие-то. Да, это слом просто границ и устоев, может быть, эго и сильное что развитие пришло? Духа. Во. Сейчас как разовьюсь, капец, улечу. Да. Если вы хотите свое предназначение посмотреть, мы будем делать расклады в прямом эфире. Да, в следующую среду. Ну, я вам еще, конечно, про это скажу. Мы будем, собственно, к чему все это? Будем делать эфир по предназначению для вас в Инстаграме. Ссылка на наш инстаграм будет под видео. Подписывайтесь. Не пропустите, это будет феноменально. Сегодня был день генеральной уборки. Ну, к счастью, убирался не я. Теперь вот надо просто все убрать. За женщиной Машей, которую зовут Невинка. Такие красивые сербские имена, мне кажется. Вот. Так, вот это моя одежда с йоги. Да, мне это нравится. Приходишь, здесь все поглажено. Ну, не супер ли? Так, ладно. Лепка, ешь быстрее. Какую-то фигню снимаем. Ну все. А у нас вкусный томатный суп. Мы приходим домой. Ёлку никогда не выключаю, она у меня здесь так стоит. Встречает нас красотой. Темно и холодно в доме. Ой, надо включить отопление. Отопление у нас включается очень просто. Сплит-систему врубаешь, и вот тебе отопление. Чего?
Ёлка радует. Сейчас посмотрим. Согласитесь, с белыми игрушечками стало повеселее, да? У нас опять за окном дождь. Так что будем сегодня дома. Пойду кока-кофе. Что такое? Это что? Еще ладно. Поставлю себе кофеечку. А я в куртке. Дома прям холодрань. Вот, я, короче, села. А у меня через час урок. Через час? Сколько вообще времени-то? Не знаю. Через час. Вот, я решила, села, себе зажгла. У меня тут как это, типа, офис на этом диване. Вот, на этом кресле. Вообще, когда мы езжали в эту квартиру, я подумала, что это кресло самая бесполезная вещь, которая есть здесь. Думала, зачем нам кресло? Типа, раскладное. Типа, такое раскладное. За это кресло мы здесь боремся. У нас война за него идет. Короче, что я делаю сейчас? Помимо того, что я тут в уютном уголочке сижу, взяла картишки. Сейчас раскидаю карты на одну токен в криптоигре. Криптоигры. Криптоигры, да, по-русски это называется? Криптоигры. Вот. Блин, глаз у меня болит. Ну, не сильно. Но все равно уже лучше, чем был утром. Вот, потом контент-план. Буду делать для вас видео. Нет, еще, может быть, что-нибудь поснимаю. А еще у меня вид на елку. У меня здесь вид на елку. Правда, назад. Я всегда зад елки не наряжаю. Я наряжаю только одну часть, которая видна. Вот. Короче, поехали. Окей. Да, хвала пуна. Да, видимо, сейчас. Ой, мне так потом уши болят от этой штуки. Так, ладно, час разговора на сербском закончен. Видите, у нас вот когда дожди, особо ничего не поделаешь. Сидишь дома, вот тут вот в окружении свечек, огоньков, елок. Вот тут у меня лампа. Нечего вам рассказать. А могу вам рассказать вот про что. Давайте расскажу, раз такое дело. Сейчас. Я вам расскажу сейчас. У меня есть такой бардак на этом столике. Что я планирую, как я планирую вести. О, господи. У тебя, походу, в Глебином классе. Ковидные дети. Заколебало меня это все. Ладно, бог с ним. Короче, что хотела вам сказать. На следующий год, в этом году у меня было этот, я вам вставлю здесь видео про мой ежедневник на этот год. На следующий год я себе купила Moleskin. А вам, наверное, не видно. Вот он, Moleskin. Такой вот красненький ежедневник. Это у меня будет в следующем году. Вот. Почему я выбрала этот, а не тот? Я от своего того устала. Он большой, объемный. Он мне не подходит носить с собой. А мне постоянно надо это иметь с собой, особенно сейчас, когда у меня, ну, короче, много дел. Вот. Поэтому такой вот формат мне больше нравился. Он был черный и красный. Я что-то решила взять красный. Возможно, мне за год надоест. Он вот такой достаточно толстый. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Значит, вот такой вот ежедневник с такой вот, да, резиночкой. Он имеет каждый день на развороте. У вас каждый день. Два дня на развороте. Это же, да, это, наверное, так называется. И вот здесь вот часы у вас есть. Можно туду лист сделать. Ой. А это что такое у меня здесь? А, какие-то, по-моему, наклеечки. Что это? Да, какие-то наклеечки, которыми я, естественно, не пользуюсь. А, тут какая-то информация о себе можно хранить. А вот здесь вот у них, ну, как обычно, есть вот такой вот... А он тут здесь открывается. Конвертик тут можно что-то хранить. Вот. Мне такой формат очень понравился. Я уже туда что-то... А, ну, здесь информация о себе, я ее пока не заполняла. Вот, ну и что-то у меня тут, кстати, по-моему, было вообще заполнено на январь уже. Что, вот я, кажется, как-то писала. Не знаю. Вот, мне кажется, это будет удобно. Ну, мне кажется, это будет... Какой минус в таких ежедневниках? Вот в моем ежедневнике я то, что день, который прожила, я его просто беру и это, и отрываю. А здесь ты будешь ходить со всем годом. Ну, такая, видите, у него мягкая. Странички все эти и мягкая обложка достаточно. Вот, поэтому он легкий. Вот, я его уже держу при себе, потому что какие-то дела уже надо записывать на начало января. Вот у меня тут чуть-чуть нет, всякого барахла полно. Потом буду разбирать. Вот сейчас посмотрю, как у меня зашло последнее видео для вас. Вот, пойду по это. И потом
Потом к нам придут гости, будем чай пить. Всем приветик, время поболтать, вот. Напишите мне под видео, вам интересно, когда вот я так вот просто о чем-то болтаю? Мне почему-то кажется, что влоги должны состоять из какой-то активной части, когда я что-то делаю, что-то так это, а вот это вот все, вот, мне кажется, не очень интересно. Вот, но сегодня дождливый день, мы весь день дома, мне нечего вам показать. Я подумала, что в тему того, что я сегодня вам рассказывала про, господи, то, что вот на картах я делала себе карточку вытащила на будущий год, я подумала в связи с этим рассказать вам про свои планы на будущий год и про то, как у меня вообще прошел этот. Подведем такой итог этого года. Давайте подведем итоги года. Давайте. У меня были желания на этот год загаданные. Почти все они сбылись. Некоторые сбылись не совсем так, как я загадывала, но я знаю почему. Потому что я загадывала, ну, скажем так, от фонаря. То есть мне было не так важно. Ну, например, я очень хотела, как я говорила, машину в Москве, чтобы у нас была. И этим летом муж купил мне такую машину. Вот, я очень была рада, естественно. Причем было неожиданно. Ну, это, короче, это отдельная история, это не буду сейчас про это рассказывать. Вот, но я загадывала я другую машину, просто потому что мне было не очень важно, какую, если честно. Я просто от фонаря написала какую-то другую, но потом в мае я поняла, что хочу именно эту, и в итоге вот какую хотела, такая у меня появилась теперь машина. Вот, и что я хотела сказать. К чему вообще про машину начала говорить, господи? А, желания, да, но я их желания буду смотреть в конце декабря, может быть, 30 или 31-го, тогда, может быть, вместе с вами посмотрим и оценим. Я, если честно, даже не помню, какие у меня были желания, я помню вот это точно про машину, про недвижимость у меня было желание, оно тоже, кстати, исполнилось, про... Еще было, кстати, желание из того, что я помню, я каждый год себе загадываю там похудеть на сколько-то килограмм. Вот, и в итоге оно у меня тоже сбылось, не совсем так, как я хотела, и не совсем на эту цифру, но, если честно, вообще вот, ну, просто в начале года мне было очень важно это, я очень хотела, а в течение года я занималась очень много с собой, всякими проработками, в общем, прокачивала себя со всех вообще концов, по-другому не скажешь. Я поняла, что для меня этот вопрос перестал быть важным, и он для меня вообще не актуален, короче. Поэтому вот тема вот этого веса, то есть она у меня до конца не сбылась, как я хотела, но тоже очень неплохо прошло, потому что я ничего для этого, ну, то есть как бы я много чего делала для себя, но именно там какие-то диеты, что-то, я ничего не делала, и в итоге я неплохо похудела, тем не менее, и продолжаю делать это снова, вот сейчас, но я это связываю с определенными тоже изменениями, которые сейчас происходят, вот, и... продолжаю худеть. В общем, это приятно. Вот. Даже стала встречать на улице людей, которые мне говорят, так похудела. Хотя я не вижу этого. Я не вижу этого также и по одежде, потому что я рассказывала, что одежда у меня все та же самая, которую я носила 10 лет назад, когда я была немного худее. Вот. Но сам размер одежды у меня тот же самый. Я ношу размер medium, иногда даже S, иногда L. Ну, зависит от одежды. Но в целом это medium. M. Вот. И он мне не меняется уже 1000 лет вообще. Поэтому вот как-то так. А себя я чувствую все равно очень хорошо, и мне очень комфортно стало с самой собой, и вот это очень круто. Наверное, это одно из самых, ну, одно из важнейших таких вот уже достижений в этом году. И вообще, я говорила, что в этом году я проходила марафоны Блиновской, в этом году прошла все ее марафоны, и повторюсь еще раз, они классные. Да, мне там, я помню, мне даже кто-то писал, что они какие-то опасные, какую-то чушь, господи, я их когда читала, думала, люди, ну вообще, что вы пишете? То есть я понимаю, когда люди прошли все марафоны, пишут, они опасны. Конечно, они опасны. Они опасны, потому что они заставляют вас меняться и работать над собой. Если вы к этому не готовы, тогда не пишите эту чушь. Господи, это невозможно же писать, читать вообще. Вот. И я занималась психотерапевтом, наверное, полгода. Короче, сколько-то месяцев. Хочу снова это вернуть, но вот я потом... Я даже хотела сейчас в ноябре опять начать, потом решила, что нет, до Нового года ничего не хочу делать. Хочу, не знаю, быть собой. Вот. И это было очень сильно, очень мощно и очень круто. И очень познавательно. Я много чего для себя открыла, очень интересного, что открыло мне глаза на какие-то вещи. А сейчас у меня вот есть определенный запрос, и я хочу его проработать. Вот. Ну, это уже будет после Нового года. Я делала разные духовные практики.
Я уходила, я уже рассказывала, что я очень легко ухожу в медитативное состояние, вообще отлетаю туда. Вот. И вот у меня было несколько практик очень мощных, таких, я бы даже бы сказала, трансформирующих, которые мне просто открыли глаза на какие-то вещи, о которых я даже вообще не имела понятия. И я их делала. Все это было, вот это все началось где-то, наверное, с января, с конца января и длилось по август. Сейчас у меня тоже свое что-то, ну вот я делаю, это тоже такая идет новая волна у меня трансформации, как я уже говорила в этом видео, у меня и следующий год заложен, видать, очень такой мощный в этом вопросе. Вот, и я чувствую, что это очень много у меня поменяло. Следующий год у меня планы, я еще не писала никаких желаний, если честно, я даже пока не могу понять, что бы я хотела. Я даже не могу определиться с новогодними подарками, что бы я хотела, про это у меня будет, может быть, в следующем влоге об этом поговорим. Вот, ну, в общем, как-то так. Поэтому в следующем году я планирую продолжать в том же духе, в плане саморазвития, и поставить себе какие-то более конкретные, допустим, финансовые цели, да, я хочу выйти на определенный уровень заработка своего, вот, я хочу, ну, то есть, как бы все это время у меня всегда цели были такие достаточно, ну, как сказать, нематериальные, которые нельзя почувствовать. И вот я хочу уйти немножко в какие-то материальные цели. Вот что-то как-то мне так захотелось. Мне кажется, надо это балансировать. Нельзя улетать только туда, вверх, да, нужно немножко и внизу что-то иметь. Вот, и вот я думаю, что на следующий год хочу какие-то такие цели выстроить. Мне кажется, у меня на эти, может, какие-то были. Но те у меня все избылись и закрылись. Надо что-то новенькое, да. Вот, но пока надо определиться хотя бы с подарком на Новый год. На самом деле, да что для тебя здесь расскажу. Я не знаю, что хочу на Новый год. У меня там еще день рождения сразу же в январе. Вот не знаю, что хочу. Что-то хочу. Сначала хотела часы. Мне очень хотелось часы Cartier, скажу вам честно. Вот. Но потом я поняла, что не хочу. Потому что у меня есть вот эти Apple Watch, и все равно я ношу их. Я поменяла себе сейчас ремешок, и уже как-то не актуально. Мне хочется какие-то новые сережки, если честно. Но я тоже не знаю, какие. Я подумала вообще, пойду и куплю себе что-нибудь, что увижу, что мне понравится. Вот, ну, как-то что-то хочется, вот типа как вот эти. Вот я ходила, я в них сплю, занимаюсь теннисом, йогой, всем вообще. То есть я люблю такие сережки, которые делаю, забыла про них. Я хочу вот что-то новенькое. Может быть, чтобы камушек был больше. Не знаю. Ну, в общем, что-то не хочется. Ну, то есть как бы мне, как бы глобально мне ничего не хочется. Но я люблю получать подарки. Вот в чем проблема. Я могла просто сказать, мне ничего не надо, потому что я ничего не хочу. И как бы, ну, а мне ничего не надо, но я хочу что-то получить. Потому что я, мой язык любви, как я уже говорила, это подарки. Я люблю подарки, я хочу, чтобы мне их дарили, мне их приятно получать. Вот. Детям мы еще думаем, что будем дарить. Мужу я что буду дарить, не скажу. Будет подарок. Вот, у него еще и 40 лет, в январе тоже. В общем, будем думать. Вот. Короче, себе и так ничего не придумала. Может быть, на сережках остановлюсь. Не знаю. Вот так вот. Такие вот дела. Подружкам я уже купила подарки в Москву. Родни еще нет. Не все. Вот. А подружкам купила. Я им сделала большой. Я сделала большой заказ на сайте Sisters Aroma. Обожаю этих девиц. Вот. Прям вот они мне близки. И в общем, я решила их поддержать. Сделала очень большой заказ. И вот планирую оттуда все раздарить. Вот. Как-то так. Все. На этом я точно заканчиваю. Пойду посмотрю фильм. Не знаю, хотя они там уже, наверное, все посмотрели, но тем не менее. Чао!